Всем привет, это СБ 1813, или просто сами продолжаем реакцию с пачки реакций. Вот, и сегодня будет такая группа, как Aaru и их трек Hell, с одной L, кстати. Посоветовал мне это Илья Сенаторов, причем написал, что он Hi from America. Hi-hi, Илья. Вот, почему from America, конечно, ну ладно. Короче, чекнуть вот эту группу. Понятия не имею, кто это, что это и почему. Вот. Только вот вижу эту фотку и видел превью, собственно, клипы. Там, да, полноценный клип будет, слава богу, с треком. Что это будет, без понятия? Наверное, какой-то металл, а, наверное, я как всегда ошибусь. Но поехали сразу посмотрим без всего этого. Короче, гон. Ладно. Как бы с самого начала уже то, что мне нравится. Бля, какой старается. А я что-то не ожидал такого, ладно. О, это что? Это какой-то... Немножко мат-металла, чтобы было. Хотя он достаточно мощный был. Не тупой. Хотя это, наверное, какой-то... Блин, не знаю. Конечно, пофиг на жанр, на самом деле. Это достаточно неплохо звучить. Я просто думал, что поначалу этого клипа еще тут может какой-то поздний блэк вообще был, а тут фига джента навалили. Вот эти вот подтяжечки, это прям вулгард. Это вулгард, только это все звучит не так скучно, как вулгард, поэтому это круто. Ну да, это, наверное, такой прог-металкор, мат-металкор, если так можно назвать. Кстати, нормально. Обычно такие группы мне не особо нравятся, потому что они реально скучные достаточно, и больше на технику подвязаны. А тут прям достаточно мощные и мелодичные, кстати. Вот это хороший пост-блэковый момент, прям вообще очень хорошо. Еще клип на фоне таких гор. Но опять же, вот почему-то вот это звучит намного мощнее и интереснее, чем вулгард. Хотя вулгард очень многие любят, но я просто не понимаю, как его можно слушать, она мега скучная. Хотя, наверное, потому что они играют мат-металл, и мат-металл, он, в принципе, априори звучит. А тут нет, тут прям нормально наваливают. Ну и, кстати, экстрим у него нормальный такой. Хотя, наверное, просто обычный, как он на фоне. Ignorance is bliss.
Так, ну что, вот мы посмотрели клип, послушали трек Hell от группы Auro. И Hell тут, как я понимаю, Hell по их языку, наверное, это что-то скандинавское или что-то такое, как я понял, группа тоже из какой-то вот Европы, судя по всему. Или нет, не знаю. Короче, спасибо, Илья Сенаторов, что посоветовал посмотреть. В принципе, нормальные группы. Я единственное, не очень люблю, на самом деле, вот это вот... Волгиартовщину. Да, по-моему, это как-то все называется, то ли тал, по-моему, это все называется жанром каким-то. Я просто вообще не разбираюсь в этом жанре, я не очень люблю вот этот рок и мат, вот этот европейский. Поэтому я не шарю за эти жанры, но, наверное, это что-то вот из этой темы. Тут мне понравилось, что он все-таки мощненький такой был, то есть эти глазбитики были, и, в принципе, трек такой немедленный, не мат-метальный, а вот именно больше такой, наверное, все-таки в прогерскую сторону, просто вот именно со звучанием такой волди-арта на гитарах. Вот, хотя именно чело орал тут именно просто как в каком-то металкоре, дедкоре. Может, поэтому именно совмещение вот этих жанров получилось, что это, ну, как просто вот весь этот мат металл и прог металл такой, типа, размеренный. Я больше на технику. Мне очень скучно его слушать, потому что я не слушаю там ни мелодии, ничего. И вот именно там просто вот это вот дрочерство на технику мне не особо нравится. Вот. А тут же все хорошо было, как бы, в этом плане. То есть тут и технично были моменты, и были, в принципе, достаточно логичные моменты. Вот. Особенно мне понравились, когда вот такие постблэкерские моменты с эмбиентом на фоне. Но очень хорошо было. Вот. Не скажу, что я бы дальше послушал эту группу, но в целом бы не переключил, наверное, если бы это вырубили. Потому что это прям реально неплохо звучит. Мне очень понравился еще клип. Вот клип, да. Прям вообще хорошо было на фоне этих гор, леса, вот эта вся эта тема. Я помню, тоже с садом вот это все связано. Ну, смотреть было приятно. И, в принципе, слушать тоже вполне норм. Как бы окей. Вполне нормальный выбор. Так что спасибо всем, кто смотрит реакцию, ссылочки в описании, нравится, сами все знаете. Ну, наверное, мне больше нечего сказать. Как бы оно даже типа не норм, оно вот тоже больше хорошо, но ничего такого прям супер удивительного я, конечно, в этой группе не увидел, но в любом случае, как бы, просто хорошая группа, которую можно послушать, я думаю, как перемешку с чем-нибудь. Так что вот так. В принципе, все, я пошел. Пока.